Алло, ребята, вы тут? Ну давай рассказывай, много ли тут 3D? Такой вот вариант. Всем пока. Что за наезды? Мне хочется удалить Photoshop. Здорово, народ! Навьё подъехало. Рад вас видеть. Как вы можете заметить, я немножко сменил локацию. Долгая история, чуть позже обязательно расскажу, чё почём. Самое главное, что я снова на связи. А что это значит? Правильно, новый контент не за горами. А сегодня у нас эпичный, грандиозный, супер-бомбовый Photoshop Battle вместе с Максом Асабиным и Катей Форель. В общем, мы с ребятами решили замутить Epic Battle, да так, чтобы вы могли принять участие обязательно, ё-моё. Суть вот в чем. Катя предложила прикольную идею взять за основу платформу от вагона с колесами и рельсами. С этим исходником можно делать практически все, что хочешь, а потом, если поставить итоговые арты друг за другом, получится состав из разных вагонов. Крутяк, да? Все правила и условия позже в этом видео, а пока процесс создания моей версии вагона. И, кстати, сразу после спидарта будет реакция ребят на мою пикчу.
Давно хотел сделать какую-то совместку, но постоянно что-то не получалось. То наконец-таки мы собрались. Я закрываю глаза, короче, вы скажете, когда можно открыть, да? Я ожидаю, что там будет 3D по большей части. Такой вот вариант. Ого. Ой. Собственно, давай рассказывай, много ли тут 3D? Я вижу и 3D, и фотобаш. Не могу определить, где что, и это я бы сказал, комплимент. Всем пока. Да, я не хочу свое показывать. У меня просто пока слов нет, если честно. Да, это слишком, как будто бы я сейчас увидела, короче, какую-то фотку из фильма. Нет, это прям очень круто, реально. Я отдаю тебе победу, и все. Цель на то, чтобы привлечь людей к активности, движухе, посмотреть, что из этого выйдет. Согласна. У меня еще есть скетч. Изначально в этом скетче был человек, а потом я что-то посмотрел, ой, наверное, будет перебор. Я думала, что будет больше 3D намного. То есть, ну, грубо говоря, можно сказать, 50% 3D. Я ожидал 75%, может быть, но фишка в том, что мы без твоих пояснений не поняли, сколько тут 3D, вот в чем суть. Ну, я рад, что вам понравилось. Ну а теперь правила. Нужно сделать арт, основываясь на нашем макете. Юзайте все, что угодно, Photoshop, Blender или любой другой софт. Любой стиль принимается. Делайте все, что угодно, но в рамках правил. То есть можно замутить вагон или забить на него и оставить платформу и делать только окружение. А можно сделать и то, и то. Короче, как вам по кайфу. Важно. Первое. Нельзя менять разрешение работы. Второе. Нельзя менять положение платформы, рельс и сцепок. Третье. Старайтесь сохранить линию горизонта. Четвертое. Как сделаете арт, выкладывайте свою работу во все соцсети. Если это будет Инстаграм, то обязательно отмечайте меня, Катю и Макса. И не забудьте поставить тег SaveCollab. Ну и пятое. Также закидывайте работу на почту forelli@gmail.com. По ссылкам в описании найдете материалы для работы. Там PNG, Blender файл и PSD для полного комплекта. Дедлайн до 17 июля включительно. После этого мы все отсмотрим и на общем стриме с ребятами подведем итоги. Если нравится такая движуха, поддержите видео лайком и обязательно посмотри видосы у ребят на их каналах. Там они показывают процесс создания своих артов. Ну и там же найдете мою реакцию на их работы. Все, всем удачи, крутых идей, скоро снова с вами увидимся. Пока-пока!